Всем приветик, дорогие друзья, с вами Роджен, и сегодня у нас будет битва титанов. Ну, а если быть точным, по многочисленным просьбам я поставлю битву трех Фридрихов против трех эмиров, но есть одна загвоздочка. У эмиров есть небольшие проблемки с рвами господина Фридриха, поэтому у Фридрихов немножечко изменен видоизменен замок. Не помню там, какой точно будет замок у Фридриха. По-моему, второй, такой с рожками, он очень прикольный оказался. У эмира шестой замок, и поехали. Сейчас я вам буду показывать примерно, что изменено. Да, это замок 2, как раз таки с двумя барбаканами. Как раз вы можете это увидеть где-то здесь, и здесь будет два барбакана. Спереди, вот здесь, у Фридрихов не будет рва. Он полностью удален из этого замка. Вот здесь, естественно, здесь не будет рва. Потому что... эмирам действительно будет тяжеловастенько против Фридрихов с рвом. Да и вообще любому арабу тяжеловастенько. Поэтому немножечко уравняем шансы, попробуем. Потому что иначе битва 3 на 3 была бы неинтересной. А вот сейчас она как раз таки будет честной, интересной и занимательной. Ну, начинается все с того, что Фридрихи себе отстраивают очень много требюшешек. Ну, понятное дело, что каждый по одной, но по итогу получается достаточно много. Это три требюшешки. И работают по оазисным строениям. То есть у эмиров достаточно большие проблемы в оазисе. Плюс, насколько вы помните, всегда арабы развиваются по деньгам очень плохо. Давайте конструируем по деньгам. То есть у нас действительно большие проблемы у арабов по деньгам. Ну, потому что им надо накопить войско, у них войска дорогие. Да и плюс, в принципе, они все на золоте держат. Так что... вот так. Напрягающие катапульты у Фридрихов будут отлетать, потому что уже эмиры, в принципе, атакуют. Здесь выбегают, конечно, какие-то рыцари, что-то пытаются, даже очень неплохо пытаются работать в оазисе, у них очень хорошо получается, так что великолепно. Здесь напрягающие катапульты повезло, что закрыто... посмотрите, напрягающая катапульта Фридриха закрыта лесопилкой, из-за этого конница ничего сделать-то и не может. Кстати говоря, конница сейчас приходит и умирает. Вот и все. В принципе, конница была закончена. Здесь такая же история абсолютно у всех. И у этого господина эмира, и у этого эмира будет такая же история против своего Фридриха. Я думаю, так пойдет. Что у нас здесь? Здесь Фридрих Барбаросса II. Император Фридрих II, и уж извините, он не Барбарос, просто император Фридрих II, идет пытаться мечниками уничтожать стены. Ну, а здесь напрягающий отряд мечников. Кстати говоря, вот на это напрягающий отряд мечников надо посмотреть, потому что что-то тут может интересное произойти. В это время я переключусь на атаку, потому что здесь тоже напрягающий отряд мечников. Здесь уже конница своя все сделала, умерла, особо ничего не получилось. Здесь мечники особо ни докуда не дойдут. Здесь чисто один барбакан был закрыт. У Фридрихов более-менее неплохое, скажем так, неплохая экономика. Тут была уничтожена каменоломня. Но это все. То есть мечники чисто закрыли один барбакан, уничтожили каменоломню и здесь закончили. Здесь мечники, кстати, закрыли два барбакана, уничтожили одну каменоломню. Вполне возможно уничтожить еще что-нибудь. А, не уничтожить, потому что у них ХП нет. Все, арбалетчики свое дело отработали. Умнички. То есть, в принципе... здесь у Нажида очень хорошо получилось закрыть императора Фридриха III. При этом он мало того, что его закрыл, еще и каменоломню ему уничтожил. То есть очень неплохо получилось. Ну, по деньгам вы можете вот как раз и увидеть. То есть если для второго Фридриха, то есть оранжевого, ничего особо по деньгам не произошло, первого особо никто не напрягает, то для третьего Фридриха это было очень жестко. Плюс третий Фридрих, как вы понимаете, сейчас атакует. Здесь у нас у эмиров, понятное дело, свои небольшие проблемы, и у Сафара самые большие проблемы. Так вот, атакует господин Фридрих III. Блин, мне проще называть Барбаросса III. Я, короче, не знаю, как правильно называть, но в общем. Оазисная армия здесь у нас. При этом бегут арбалетчики. Арбалетчики сейчас будут очень жестко умирать. Особо сильно они ничего не сделают здесь каким-то арабским лучникам. Ну, потому что, во-первых, они бегут. Во-вторых, они тут делают небольшие подшаги. И из-за того, что боты делают подшаги немножечко кривовато, да, получается такая вот дрянь. Приходят арабские лучники к стоящим европейцам уже в оазис. Естественно, стоящие европейцы в легкую избавляются абсолютно от всех арабов. Но почему-то европейцы сами подшаги делают. Из-за этого получают... от лучников на башне и проигрывать свою дуэль. Хотя это было не очень приятно. Здесь особо ничего не происходило, кроме того, что вполне возможно, какой-то Фридрих еще атаковал кого-то. Ну, тут пытается, конечно, Фридрих I атаковать Амара, и у него очень неплохо получается по башне. Здесь, кстати говоря, в это время Сафар пытается уничтожить второго, и у него хорошо получается Фридрих II. Тут башня летела. При этом дополнительно было уничтожено требушечка. И да, если вы увидите, вот, посмотрите, насколько тут мало рва. Его нет в общем. То есть мечникам надо специально обходить.
здесь. Но зато рва нет, и, то есть копать его особо сильно не надо, и все, не справляется Фридрих на данный момент времени. И, простите, не справляется не Фридрих, а месье Эмир. Вообще Сафар не справляется с этим Фридрихом, и здесь тоже, в принципе, пока ничего особо сильного не происходит. То есть, что я могу сказать по данной битве? Смотрим на деньги эмиров. Вот как только у Амара закончатся бабки, а у Амара они должны закончиться очень скоро. Кстати говоря, он даже не нападает, а он наоборот копит армию. Ух ты, как интересно. Здесь европейские лучники пришли оазис терроризировать. Ну, я закончу мысль. Когда у Амара закончатся деньги, или вообще хотя бы у одного эмира закончатся деньги, Фридрихи могут легко победить в этом мире. Легко и непринужденно. Так что будем смотреть. Здесь европейцы очень... Кстати, еще европейцы присоединились. Так что у нас европейцы первого и второго Фридриха очень неплохенько так отрабатывают по оазису. Они не дают, во-первых, арабским лучникам закрепиться там. Во-вторых, они очень сильно отрабатывают по европейским... по арабским мечникам. У меня все. У меня, понимаете, с арабскими мечниками это вечно, извечная проблема, что я прям не могу. То у меня арабские арбалетчики, то у меня европейские мечники. Хотя бегут арабские. Ну да и ладно. Я не знаю просто, как их по-другому называть. Скирмишеры я их могу называть, в принципе. Почему бы и нет? Кстати говоря, арабские лучники закрепились-то на самом деле в оазисе, поэтому... Интересно будет, как их будут выбивать. А, они сами убегают. Все, я думал, они закрепятся в оазисе. Окей, здесь у нас при этом идет напрягающая армия из мечников к господину Фридриху Третьему. И сейчас будем смотреть, что эта армия... Вообще, чего она сможет добиться. Видимо, ничего она не сможет добиться, потому что арбалетчики отсюда очень хорошо отрубают вообще всю армию. Да, конечно, здесь немножечко сейчас будет улетучиваться. А не улетучится нифига. Посмотрите, у нас здесь мечник не может зайти к себе обратно в замок. И при этом лучник не может зайти. Ладно, уж. Вот теперь мост закрылся, мост поднялся, теперь все великолепно. Но эти мечники все равно бы этого момента у моря не увидели, поэтому минус одна каменоломня, минус экономика, но немножечко там по времени. Я думаю, ну так, тысячоночку денег. Кстати говоря, у Фридриха Третьего сейчас больше всех денег, вообще из всех Фридрихов, так что все, в принципе, нормально. Здесь у нас атакует Амар. Амар будет атаковать, скорее всего, своего Фридриха Первого. При этом тут дополнительно еще какие-то фитиплюшки должны появляться или нет? Только мечники подбегают. Хорошо, только мечники подбегают. Фитиплюшки появились здесь в виде конницы и небольшого уничтожения всех напрягающих осадных орудий, которые сюда подъезжают. Ну и лучники, естественно. Мечники вообще особо сильно не важны. О, кстати, он атакует не того, он атакует Фридриха Второго. Ха, интересно. Но при этом дополнительно встает под Фридриха Первого. То есть, в общем, короче, ему будет больно. Фридрих Первый, кстати говоря, выводит свою атаку и минусует все инженеры. Влетают лучники, вылетают лучники, если быть точным. Есть у нас еще арбалетчики, арбалетчики тоже пытаются что-то сделать, особо сильно не получается. И вот теперь арбалетчики могут свое вытворять. Арбалетчикам конница пытается сделать. Я тут не договорил или оговорился. Ну, смотри, что мечники творят. Мечники просто заходят в открытый барбакан, да ты серьезно? Лоль. Блин, это было не просто заходят в открытый барбакан Фридриха. Ну вот сейчас войнушка, кстати говоря, очень нехило идет, потому что сейчас Фридрих пошел атаковать, плюс вот эти вот мечники, которые атаканули, особо с ним ничего не получилось, но в принципе здесь у Амаров проблемы. У Амаров, говорю, у эмиров проблемы, ребята, у эмиров начались проблемы потихонечку. Не хватает мистеру Фридриху Барбароссе этого рва. Но пофиг, по-моему, он очень хорошо выдерживает против эмира любые атаки. У эмира даже есть вектор нападения. Он может спокойно там буквально две стены, защитная башня, которая особо ничего не стоит, пробиться и все. Так вы посмотрите, у нас Сафара атакует один, и Сафара атакует второй. То есть, ребята, тут будет очень больно Сафару. Не факт, кстати говоря, что он вполне сможет откупиться. 12 тысяч денег, но у него, по-моему, население закончилось. У него проблема... Ну, в плане того, что у него имеется 51 популярностью, это очень мало. Бежит второй еще Фридрих дополнительно напрягать. То есть первый Фридрих свою армию потратил, остался второй Фридрих. Второй Фридрих не сможет зайти, увы. Но! О, это было очень-очень неплохо для двух Фридрихов. Просто взяли, напали на одного Сафара, потратили ему черт знает сколько денег, так что у Сафара реально огромные проблемы. Тут еще и Амара, кстати говоря, проблемы. Но Амар, по-моему, тут только-только недавно атаковал. Да, тут, если вы внимательно посмотрите, то здесь немножко башня просела. Но это все особо сильно не важно, потому что у нас здесь сейчас мечники что-то творят. Мечники, кстати говоря, башню уничтожат. Смотрите, башню уничтожат, лучников уничтожат, скорее всего, еще и инженеров положат. Да, всех инженеров положили. Только вот проблема в том, что конница. Ну, конница чуть-чуть, конечно, уложит, но мечники уже вышли, все. Арабские мечники европейцев, естественно, уделали. Но конницы, блин, он потерял. Мама,
В общем, очень-очень-очень шикарная атака от двух фридриков. Кстати говоря, не знаю, когда эмиры смогут скомпрессовать свою атаку. Вообще вместе, почему-то они не хотят ничего синхронизировать. Я не знаю почему. Это очень странно. Ну да и ладно. Амар пошел напрягать своего визави мечниками. Ну, типа, одну каменоломню уничтожил. Окей, дальше что? Ну, два барбака на запер. Окей, дальше что? А дальше просто все умирают. Я думаю, тут дальше смотреть и смысла нет. Кстати говоря, приходит... А, нет, подожди. Я думал, это уже мечники. Перепутал мечников немножечко. Ну да и ладно, ничего страшного. В общем, я думал, что это Фридриха мечник. Смотрите, что получается. У нас тут лучники избивают, пытаются лучников на башне, но особо сильно на жиду это ничего не делает. Хотя на жиду, кстати говоря, атакуют. Давайте сейчас как раз-таки атаку на жиду посмотрим. У нас тут проблема у эмиров и пух по деньгам. Как интересно. Только вот... Хорошо выбивает эта паскуда, которая камнями стреляет. Или это своя? Я так и не понял, но конница там упала, что 4 или 5 сразу. В общем, очень много конницы упало. В общем, Нажит сейчас будет пытаться атаковать своего императора Фридриха III. Естественно, улетучивается Манганель. Ничего не происходит, но при этом улетучиваются... Ой, европейцы просто так прибежали и улетучились. Смотрите, а эта атака у нас идет на Фридриха II. Из-за этого все инженеры дохнут, потому что атака идет на Фридриха II. Приходят лучники. Ну, я говорил, что к стоячим лучникам лучше не подходить, а если это конница, то... Ну, типа, им вообще пофиг-то, на самом деле. То есть конница здесь, смотрите, как просто всю вот эту вот орду лучников и арбалетчиков перестреляет. Ну, конечно, тут не орда, но, в принципе, просто стоячие арбалетчики, стоячие лучники ничего не могут под этот стоячий конницей сделать. Потому что им надо подойти, а конница стреляет. Если бы конница подбегала, у конницы преимущество, так как они стреляют на ходу. Тут в этом плане, конечно, конница намного лучше. На этом атака на жиды заканчивается. Я думал, она будет намного лучше, но и при этом атака Фридриха III тоже полностью заканчивается. Но у нас здесь дополнительно Сафар и Амар начинают. А, не, Амар начинает просто напряг небольшой. Сафар начинает атаку. Интересно, на кого? У Сафара, кстати, проблемы по деньгам. Так что доступ Джой Казино ему нужен очень срочно. Ребятки. Здесь у нас на Фридриха I пошла атака. Ух, как интересно. А дадут ли одной, второй, третья катапа не сработает? Две катапы великолепно. То есть, в принципе, они более-менее что могут сделать? Ничего не могут сделать, потому что конница не прибежала. Есть одна напрягающая катапульта, которая, в принципе, еще что-то сможет отработать. И все. Ну, то есть, конница, вы видите, как закончилась. У Сафара нет средств больше для выживания. И вообще, в принципе, накопления каких-либо атак. У Амара еще средства есть, у Нажиды еще средства есть, но у нас небольшие проблемы у господинов и мира. То есть они даже при том, что у Фридриха рва, как такового, большей части, во фронтальной части замка нет. Ну, знаете, я ожидал чуть более лучшего пока что результата. Я еще не храню, конечно же, эмиров, но что-то тут непонятное происходит. То есть пока побеждает Фридрихи, причем серьезно так. Вы посмотрите, что получается у нас. Бегают лучники, причем второго и третьего Фридриха. Что-то в оазисе стоят и пытаются, посмотрите, с кем поперестреливаться. Во-первых, они уничтожили огневую баллисту, во-вторых, они попытались поуничтожать еще лучников, которые стоят на башнях. То есть, в принципе, вот эта вот оборонка оазисная, она очень неплохая, потому что реально отрабатывает она по защитным лучникам очень нехило. При этом, зная, сколько эти лучники стоят, ну, то есть для каждого Фридриха они стоят, в принципе, 12, ну, там... Давайте брать среднюю цену, 43 за покупку, 12 за найм, если вы просто так, там, ну, еще одно дерево, там, можно какое-нибудь взять, сделать, ну, то есть, там, может, 14 будет стоить золото. Если что-то среднее между этим, ну, 30-ку один лучник стоит у бота. То есть, в принципе, они не так уж и много теряют, эти европейцы, вот я к чему. Арабы теряют капец как много денег, при этом, реально, молодцы в этом плане Фридрихи, они пытаются защитить оазис и очень сильно оттесняют. Ты посмотри, они снова бегут этими европейскими лучниками просто вытеснять полностью оазис. Я вот к чему, что они мало тратят денег на оазис. Очень-очень мало. При этом еще бегут напрягающие катапульты. О, такой мир проблема. Так у Амара проблема. Ну, на Сафара особо сильно никто не выпендривается, потому что зачем поддаваться на Сафара? Хотя, кстати говоря, если вы внимательно посмотрите вот на вот это вот то, что здесь происходит, здесь у нас стоит арбалетчик, который потихонечку, так, в спиночку чешет этим арабским мечникам, причем очень неплохо получается. Лучников сейчас застроили неприятно. Ай-яй-яй-яй-яй. Своих же лучников Фридрих III застроил. Ай-яй-яй-яй-яй. Неприятно получилось, но да и ладно. Союзники могут друг друга застраивать, в принципе. Поэтому такой баг может случиться. Здесь у нас минус Манганель, при этом вторая Манганель еще стоит. Еще очень много арабских лучников есть. Вполне возможно, что кого-то эти европейцы убьют. Европейцев очень много умерло, но вы увидите, что один араб умер, сейчас второй араб умрет.
Ну и наземные арабы тоже умирают. То есть, в принципе, лучники размениваются очень хорошо. Вот серьезно. Лучников умирает, конечно, там по двадцатке, по тридцатке, но, блин, размениваются они супер. Реально. Я думал, это будет намного хуже. Не, размениваться супер на двух арабских лучников. Это 5 европейцев, считайте, нормально уходит. При этом там они еще убивают мечников, еще кого-нибудь. Тут вообще великолепно. Смотри, тут у нас получается, второй Фридрих решил поставить себе одну требушечку, чтобы высекать Амара. Что у нас по Амару? 11 денег. Ну, такое. Ну, такое, типа, у Сафара все окей, Сафар еще пока развивается. У него там вроде 1000 денег, даже деньги набираются, потому что это эмиры. Эмиры очень хорошую экономику имеют, земляную. Они там, в принципе, могут закупать себе зерно и тому подобное. У них будет хлебная экономика. Здесь, конечно, пришли арабские мечники немножечко поработать с европейскими лучниками. Европейские лучники не выдержали, упали все от этих арабских мечников. При этом дополнительно еще Фридрих идет атаковать. То есть мало того, что атакует у нас оранжевый Фридрих, то есть второй, так еще будет первый атаковать. И все они атакуют, угадайте кого, эмира Амара. Деньги у эмира Амара 9000. Я не знаю почему. Наверное, потому что у них очень мало армий. Ладно, окей. Важно, что они пытаются атаковать. Смотрите, мечники уже побежали. Здесь напрягающая катапульта, причем вторая, даже напрягающая катапульта и третья есть. Пока одна из них не работает. Тут еще требушечка, ту напрягающую уничтожили. Две здесь. Здесь даже три требушечки было. Одну уже уничтожили, вторая не достроилась. Здесь еще есть одна, уничтожили вторую. Ну вот это недостроенная, считай, третья уничтожена. И здесь одна осталась. В принципе, что-то тут лучники пытаются развлекать арабских лучников. И у них это очень хорошо получается, потому что они полностью... Вся оборонка передняя снята. Вся, абсолютно. Нет ничего больше здесь. То есть вот башня улетучилась. Опачки, а тут дырочка. А если сейчас эти мечники в дырочку-то войдут? Ребята, нужно дырочку эту сохранять. То есть ему нужно вот этого мечника сейчас не отдать, но он все равно отдаст то, что на алгоритме. Но при этом бегут еще арабские мечники. Ой, арабские мечники, европейские мечники. И они не дадут здесь дырку закрыть. И при этом сейчас будет хорошая такая арава мечников тут заходить. То есть не факт, что он успеет достроиться. А сколько ему по деньгам? 5000. Успел достроиться, но, в принципе, очень-очень-очень мне уже было больно за эмира. Но у него здесь башня. То есть она сейчас может отлететь, и все. Да, тут много, конечно, арбалетчиков. Они всех этих мечников потихонечку поперережут. Ничего страшного. То, что здесь европейцы просто встали, уничтожили. Минус все инженеры. Великолепно. Зайдут, чуть-чуть порешают. Порешают по деньгам они очень серьезно, потому что они в компрессии сейчас находятся. Они конницы порешают много. Ребята, конницы улетучилась, конечно, очень нехило. Тут даже не в мечниках проблема, а в коннице. То есть все, посадили одного эмира, но второй эмир в это время, кстати говоря, развивался. А, у него просто не хватает. Это рыцари побегали, ребята, им не хватает просто населения для того, чтобы наниматься. Рыцари побегали. Это опять наши любимые привязи. Молодцы, Фридрихи, очень хорошо отработали, значит, по экономике. В это время эмиры нифига не отработали вообще по экономике. Не, ну там что-то попытались, но особо как-то сильно особо не получилось. Я думал, получится. Ну да и ладно. Лучники, кстати, очень хорошо сейчас закрепились в оазисе. То есть, если вы внимательно посмотрите, то тут у нас бегают европейцы. Вот не красные стоят, просто закрепились. Здесь у нас желтые вроде как перебегают. Но они как бы закрепились вроде. Ну, что-то такое, да. Оранжевые тоже немножечко там что-то побегали, что-то встали, сейчас закрепились. То есть, в принципе, хорошо очень оазис держит Фридрихи. При том, что у них всего лишь европейские лучники, а оазис они держат шикарно, ребят. При этом еще бегают вот эти 4 конницы или сколько они там нанимают. Очень мало рыцарей. Рыцари вообще нисколько не бегает. Но какие рейды они этим рыцарями совершают, это, ребят, просто. Вот по сравнению с 40 вот этими арабскими мечниками, это смех и грех. То есть особо сильно здесь эти мечники не работают. Что у нас по... А, ножи там много денег. Ну, он единственный, кто, в принципе, что-то может сделать. То есть, нет, конечно же, понятное дело, я не храню ни в коем случае этих эмиров, потому что у них есть хлебная экономика, они могут себе закупать зерно и производить хлеб, там дичайшие налоги, что-то там даже лучники появляются, то есть лучников европейских они, в принципе, нанимают, из них они появляются, все окей. Там реально хорошее производство. У эмиров, кстати говоря, было бы неплохо европейцев ставить в оборонку, а арабами нападать. Жаль, что арабские лучники в это время не купают рвы. Если бы они копали трубы, это было бы шикарно. То есть, реально, арабские лучники в атаке были бы супер незаменимыми воинами, и их цена, ценник 75, был бы полностью оправдан. Обидно, конечно, что сейчас немножечко огневая баллиста мистера Сафара подвела эту армию, потому что очень-очень неприятно получилось. Так, ножи мог бы вполне атакануть кого-нибудь, а так получается, что вот сафаровская армия, вот ножидовская армия, и немножечко она пригорела. Две катапы построились, две катапы, причем сафаровские построились, а их, наверное, быстренько всекут. Тут очень, да, не повезло. Ну просто тут эти арбалетчики стоящие.
Неприятно получается это, ребята. Ну ладно, они попытались напасть, особо сильно не получилось. Амар, я не знаю, будет ли он нападать вообще или нет. Сейчас посмотрим на вот эти две новые катапульты. Не достроится это точно, это тоже не... А, достроилось, да ладно, нифига себе. Я думал, не достроится, ну типа инженер не особо успел прийти. Ну ничто. Ну то есть здесь передняя линия оборонки попыталась конница и вынестись, но конница просто не бежит. Поэтому особо сильно ничего не получилось. Я вообще не вижу ни одного способа нормальной атаки. Я просто смотрю, что здесь происходит. Потому что вот эта атака, в принципе, была завершена. Там что-то пролагнуло. Я думал, может, какой-то Фридрих что-то кого-то уже пробил. Ну, ладно. Две катапульты, напрягающие от Фридриха, бегут. Особо сильно ничего не получается. Что-то тут европейские лучники пытаются с арабскими мечниками справиться. И, кстати, у них хорошо получится вполне. Ну ладно, если бы они, конечно, не подбегали туда, хорошо получилось бы. А так получилось бы... не очень получилось. В общем, пытаются сейчас что-то сделать здесь немножечко и лучники, и арбалетчики. Но не получилось у Фридриха, у этого тоже. Чего мечники будут делать? Сейчас будем смотреть. Если выбьют Нажида... Ребята, Нажида нельзя выбивать, в том-то и дело. Кстати, еще одна атака идет. Интересно, на Сафара или на еще кого-нибудь? Здесь атака будет ли от Фридриха? Потому что у этого Фридриха тоже такая нехиленькая армия имеется. Ладно, давайте смотреть тогда пока что на этого Фридриха, потому что он нас больше всех интересует. Здесь башня упала, и огромная компрессия арабских мечников пыталась остановить европейцев. Но что-то вдруг отошла, и из-за этого очень сильно страдают арабские лучники. И при этом еще и конница страдает тут нехиленько. Ну ладно, на самом деле пострадали европейские мечники, но поверьте мне, снято там было, мне кажется, арабских лучников масса. Поэтому Нагжида очень сильно по деньгам это ударило. Я не знаю, насколько, но должно было ударить. То есть у нас здесь еще есть дополнительно второй эмир. Блин, почему второй эмир? Второй Фридрих, который здесь развлекает арабских лучников своими арбалетчиками. Ну, так себе, конечно, развлекает. Ну, кстати, в принципе, если сейчас не выбьют эту трибушечку, а она под небольшой защитой, как вы понимаете, за зданием находится, очень интересно, да? То эта трибушечка выбьет башню. Ну, блин, обидное самое то, что не хватает нифига мечников. То есть у него было мечников до хрена, а стало ни хрена. Но здесь у нас еще есть красный господин Фридрих, который может очень много чего интересного сделать. Так что вы сейчас можете еще увидеть, в принципе, интересненькую фигню. Если он башню не выбьет, а он башню выбил, очень обидно, потому что ему будет очень тяжко потом пробиваться в будущем. Он выбил вторую башню, но это была руина. Ну ладно, все, он выбил хорошо. Катапы подъехали напрягающие. То есть теперь катапы напрягающие не отпустят. Блин, я не могу понять, что происходит. Я могу только одно понять, пока у этого 15 тысяч. И у него хорошие такие расходы пошли по деньгам, потому что его напрягают. Он захватил оазис. Его собратья и миры вообще пока ни хрена не могут. То есть тут у нас как бы есть вроде Амар, который что-то пытается сделать. Но... эмир Омар. Это все, что я могу сказать. Просто эмир Омар. Все, его армия умерла. Конница умерла, соответственно, сейчас вот эти лучники особо ничего не сделают. Но это просто копающие рог лучники. И есть еще арабские мечники, но вы понимаете, что вот с этим количеством арбалетчиков, в принципе, эти арабские мечники даже толком не зайдут в замок. Тут бы неплохо было бы... О, вот эти вот напрягающие подъехали. И если бы сейчас бы конница подъехала, тоже было бы неплохо. Ну ладно, тут смотрите, что делают вот эти вот местные наглецы. Они захватывают оазис. Блин, слушай, а что получается... А получается, эмиры полностью перехватили преимущество, опачки. Но здесь только один Фридрих пытается что-то сделать. То есть Фридрих первый реально Барбаросса охреневает по полной программе здесь, в своем оазисе. Но при этом здесь полностью все перехвачено мистером Нагжидом. Нагжид умница, единственный эмир, который реально что-то очень полезное делает. И здесь у нас Сафар что-то пытается сделать. Не работающую катапульту было уничтожено. Очень сильно, кстати, второго Фридриха так... попустили вот этими двумя катапультами. Реально, по деньгам это очень сильно попущено. И... ой. Смотри сюда, посмотри сюда. Давай. Это все атакующие мечники. Это все сейчас будет заходить. Давай. Скажи, что это все сейчас будет заходить. Ну. Эмиры что, решили по полной программе напасть на одного наконец-то? А что у нас вот здесь? А, он тоже сюда побежал. А, все понятно, то есть он решил сюда напасть. Посмотри ты, как много. А это что, минус Фридрих? Да ладно, это минус Фридрих? Серьезно? Да ну не.
Да ну нет! Ну нет, 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 нет. Да ну нет, 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 нет. Да ну ты издеваешься, что это? Ну они на каких там крополях убили-то? Приношу свои извинения, но победа всегда доставалась мне легко. Не, ну, ребят, это было, вы знаете, так сильно, я бы сказал вам. Наконец-то скооперировались господа эмиры, смогли что-то сделать хотя бы с одним Фридрихом. Я уже тут хранить начал, что, ну, блин, ну, ладно, у арабов там хорошее количество денег, все дела. Но, черт подери, мне приходится переобуваться. Это не очень приятно. Мне интересно, а сейчас Фридрих вот этот вот первый ультанет или нет? Потому что если выбьет Амара, то итоговый результат будет ничегошним. То есть 2 на 2 и, в принципе, при преимущество за Фридрихами, да, поэтому... Но нужно сейчас выбить Амара. Амара не факт, что выбьют. У Сафара, кстати говоря, еще есть... Атака пошла от Сафарика, хорошо. А что у нас здесь по башням? По башням все хреново. Кстати говоря, эта башня тоже... Ребята, тут все по башням хреново. Нужно очень срочно, чтобы мечники не умерли и попытались очень многое сделать. Кстати говоря, Амарчик напал, но... Напал. Амарчик напал. Это все, что я могу сказать. И факт, что он вывел сейчас всю свою армию, факт, что сейчас должны были европейские мечники прям так по полной программе влететь, и да, у них бы получилось, если бы они стояли бы все в компрессии. Тут немножечко остается еще европейских мечников, не факт, что они убьют эмира, но, черт подери, если бы чуть-чуть бы кто-то поддержал бы, да, это была бы смерть эмира Амара, и было бы уже повеселее. Ну ладно, пока давайте смотреть на то, что имеется, потому что у нас особо сильно еще ничего не закончено. Еще может ультануть Фридрих Первый Барбаросса и реально уничтожить к чертям собачьим абсолютно все. На Фридриха Первого Барбароссу идут катапульты. Зачем-то, я не понимаю, зачем, ну да и ладно. Идет конница, ну точнее она стоит, ну, тоже опять же, да и ладно. Арбалетчики уничтожат европейцы, которые тут просто решили подшаги делать небольшие стрейфы. И здесь у нас очень много арабских мечников. Интересно, будут ли они что-либо здесь уничтожать? Ну, вот просто интересно, упадет ли эта башня, упадет ли Барбакан, потому что за Трибушу я уже все особо не переживаю, она действительно упала. Ну, ты заметьте, это всего лишь без рва. То есть я-то думал, пока... Ладно, давайте пока не будем, потому что все еще может ультануть месье вот этот вот первый Фридрих Барбаросса. Но 30 тысяч денег. У него дохренища людей. Он может себе просто набрать все, что угодно. И потихонечку сделать экшон. Кстати, экшона не получился. Он отбился. Только вот конница, 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 конница побежала. Конницу сейчас, наверное, рыцари плюс мечники разобьют. Ну, чуть-чуть подзадержали. Да, нормально разбили, в принципе. Я думал, хуже будет. Не, нормально, нормально, ребят, получилось. Хорошо очень. Тут еще, конечно, бегут немножечко арабские мечники. Но Фридрих, я думаю, или перегородится, или этих арабских мечников просто сотрет в порошок. Слишком много тут лучников, слишком. Да, он перегородился прямо перед их личиком. Так что все, Фридрих, в принципе, легко отбился. Остается лишь надежда на то, что он убьет или Сафара, или Амара по-быстрому. Блин, тут у Нахжида, ребята, 268 армий у Нахжида. Вот это сейчас будет весело. То есть мне интересно, что вот этот мир покажет. Тут еще, кстати, Фридрих Третий. Я думаю, что если они с Фридрихом Первым объединят атаку, они могут от одного, желательно от Сафара избавиться, потому что у Амара денег нет, его напрягает лично Фридрих Первый, Барбаросса. А вот если бы они от Сафара избавились бы от центрального, то есть особо сильно было бы уже повеселее. Имеется в виду, что Третий и Первый напали на Сафара. Сафар просто добывает деньги, как вы понимаете. У него никаких напрягов нет. Он и до этого как бы перестал напрягаться Фридрихом Вторым, потому что там что-то Фридрих Второй куда-то там не понять, куда бегал. Вообще не понимаю, что произошло, почему Сафар начал набирать деньги. Ну, да и ладно. Здесь, если они убьют, этот деньги набирать не будет. У Амара денег не будет. У Нахжида деньги останутся, в принципе. У Фридриха Первого огромное количество и так денег. Ну, плюс он европеец. Я думаю, тут будет победка за Фридрихами, но только если они убьют Сафара. На данный момент времени пока ничего не происходит, как вы понимаете. Пока просто уничтожен один Фридрих. И, в принципе, я бы даже не сказал бы, что это битва за эмирами. Ну, вроде как на бумаге, вы понимаете, 3 против 2 ботов, это, конечно же, сильнее, но у Фридрихов есть деньги, а за эмирами пока ничего не стоит. Хотя, нет, стоит сейчас на данный момент времени, потому что может Фридрих вот этот вот месье атакануть, и вдруг ни с того ни с сего Сафарамар, у них очень много воинов, отобьются. Желательно, чтобы они, конечно, этих воинов немножечко куда-то там просадили. Ну и да, из-за того, что Фридриха одного стерли,
Из-за этого оазис теперь контролировать сложнее. То есть теперь у нас Сафар реально в легкую, вы видите, сидит в оазисе со своими арабскими лучниками и что-то пытается делать. Ну, здесь европейцы, конечно, тоже, понятное дело. Но пока, не, Фридрихи молодцы, все равно, даже при том, что они потеряли одного своего собрата, нормально контролируют оазис. Очень даже нормально. Ой-ой-ой, Нажит побежал. Так, а теперь у меня вопрос. Нажит побежал на кого? На вот этого Фридриха, получается. Значит, еще все Фридрихи должны скинуться. Ой, все Фридрихи. Все эмиры должны скинуться на Фридриха. Я же правильно понимаю? 205 тысяч, 213, 220, в принципе, 237. 237 он пошел атаковать именно Нажида. Умница! Кстати говоря, сейчас будет очень интересно, мне придется переключаться между атаками, Ох ты ж мать, какая ж ты дура на Эмире. Вы только что видели, как он избавился от, ну, наверное, трети своей конницы постановкой зерновой фермы. Неприятная фигня. Кстати, а сейчас... А, погоди, а он богатенького заберет, да? Он, получается, богатенького заберет. Не, ну давай, если ты сейчас богатенького заберешь... Ну, не хватает мечников, не хватает мечников. Просто не хватит. Не-не-не, не заберет. Ну ладно, я просто эту атаку еще раз вам покажу, чтобы мечники вроде как есть, но их реально не хватит. Тут бы, если бы еще этот поддержал бы, то да, там мечников было бы достаточно. Блин, как много арабских мечников идет. Просто посмотрите на это. Из-за того, что UCP улучшение на 6 выстрелов арбалетки. Ой, блин, как тяжело на самом деле с Фридриху. Ой, блин, как тяжело. Но арбалетчиков реально много, пока они быстренько так избавляются. Посмотри, как отлетают даже так арабские мечники. Просто как мухи разлетаются. Там 6 выстрелов арбалета. Но они все равно разлетаются как мухи. Ё-моё. Не, отобьется. Отобьется месье. Первый Фридрих Барбаросса. Император Фридрих Барбаросса. Отобьется, ребятки. В легенькую. Здесь у нас только маленькая проблема. Конница нифига не делает, но там замок, скорее всего, открыт не будет. Я пока просто посмотрю, что у нас здесь происходит. Здесь у нас полностью поражение. Обидное поражение, конечно, в атаке. Но тут Сафар набирает деньги. Из-за этого маленькие проблемы. Сейчас Амарчик прибежит. Амарчик тут реально очень нехило так накидывает абсолютно по всем, кто тут только имеется. Хотя у Фридриха Барбароссы первого императора 21 тысяча денег. Он может творить здесь все, что угодно. У него просто не хватает, блин... Да, населения. А населения, ребят, не хватает, потому что 58 популярности. Это реально огромная проблема. Блин, как сильно сейчас страдают европейские лучники. Ну, кстати, теперь вот если сейчас он немножечко поубивает этих инженеров, вполне возможно, что атаки инженерные начнутся. Наконец-то. Все. Здесь были уничтожены мечники почти все напрягающие. Здесь не закрылся мостик. Это огромная проблема, если атака сейчас начнется. Но атака, посмотри, куда пошла атака. Они решили атаковать третьего. Зачем там? Вместо первого. Блин, он просто пробегает огромной армией своей под арбалетчиками Фридриха Первого. И из-за этого они тут нехиленько так мечники эти пострадали. Не, понятно, что сейчас конница, скорее всего, опять их тормознет. Но вы посмотрите, как сильно уничтожает Манганель конницу. Ой, блин. Как же ж больно этим эмирам на самом деле-то. Мечники прибежали, пришла еще дополнительно небольшая... помощь в виде 3 катапульта, эти 3 катапульты. Слушай, а все, ничего он не сделает, видимо. Да. Он этих убьет, но подойдут следующие катапультом, он ничего не сделает. Катапульты будут спокойно долбенить по полной программе. Остается лишь только одно. Это дождаться открытия замка. Прибежит конница, все будут бить конницу, а не мечников, поэтому будут огромные проблемы. Да, сейчас начинаются огромные проблемы у Фридриха. Ой-ой-ой, вот это он компрессию выпустил. Он выпустил всех европейских лучников и всех европейских мечников. Охренеть. Охренеть. Ну, катапульты работали до конца как герои, поэтому все великолепно. Остается башня небольшая у Фридриха. То есть ее тут чуть-чуть буквально снести и все. Блин, слушай, ну это на тоненького было. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть. Очень обидно. Ну, почему сразу обидно? Пока у Фридриха преимущество. Еще.
пока что, пока еще особо сильно Сафар ничего не делает. Хотя, на самом деле, если уже внимательно посмотрите, тут нажито денег много, но Амар копится, Сафар копится. Да, тут по войскам, может, и не очень все хорошо, но накопления пошли. Здесь у нас, конечно, отвоевывается Азис, но особо сильно уже не получается. Уже тяжеловастенько с этим Азисом что-то делать. Здесь у нас бегут... Что они хотят? А что хотят эти мечники? Просто напряг? Как? Ну да, это просто напряг. Ну, он попытался, видимо, просто напрягнуть. Ну ладно, здесь у нас как раз-таки еще арабские мечники бегают напряг, но пока они защищают оазис, поэтому пока что они являются легкой целью и доступны для арбалетчиков, для бегающих, поэтому все здесь великолепно. А, так, Сафар у нас решил атакануть еще разочек. Ну так у нас есть еще и атака месье Фридриха Барбароссы, который как бы еще не накопился, но если что, уже почти готов атаковать. Тут надо, чтобы, блин, Фридрих ультанул. Но тут еще надо, чтобы Амар чуть-чуть спустил свой... Я не знаю, что. Свой. Свой прыск армии, пусть будет так. А, они, получается, своими даже манганельками. Ну, ладно, ладно. Своими мангонельками это фиг с ним. Конница не прибежит, зато прибегут мечники арабские. Здесь, как вы понимаете, нет нифига арбалетчиков. То есть реально огромная проблема сейчас у Фридриха III Барбароссы. Но ему нужно терпеть, чтобы Фридрих I Барбаросса хоть кого-то снес. Но тут потерпеть не получится, ребята, потому что пошел Амар в атаку. Амар сейчас тоже прибежит огромным количеством мечников. Будет очень больно. Не, ребят, сейчас высечется вот эта вот башня. В любом случае она упадет. Не знаю, второй ров упадет или нет, но пока он не падает... Три арбалетчика здесь будут отрабатывать прям шикарно. Не хватает пока что, вы видите, вообще арбалетчиков. Хотя не, реально очень-очень сильно просели мечники. Ну, не настолько, что прям совсем, но просели сильно. Очень больно арабские мечники. Очень. Упадет на защитную башню. То есть два арбалетчика сейчас упадут. Не знаю, как эта башня еще не упала. То есть эти арбалетчики, не знаю, еще пока не падают, но у нас здесь уже имеются две катапульты, которые, в принципе, могли бы что-то сделать. Прибежала конница, конница побежала уже в замок, то есть спокойненько сейчас будет снимать лучников очень много. Все получилось, вроде что-то более-менее тут, конечно, но особо сильно, ладно, нифига не получилось. Хотя я надеялся, что, блин, получится. Ладно, окей, здесь у нас пытается что-то Фридрих, а Фридрих пытается атакануть Наджида. Не, он Сафара пытается атакануть. А почему он идет сюда? Он идет на конницу, которая стоит, и из-за этого теряет всех своих лучников и арбалетчиков. А кресты особо ничего и не сделают. Ну, они просто встанут и все. Ну, Сафара надо атаковать, если только сейчас. Но мечников уже там не хватает. Окей, защитка упала. Нет, защитка новая абсолютно. О, так... Он же ж ничего не может сделать вообще, потому что здесь миллиард арбалетчиков, миллиард лучников, вообще миллиард армий. Так, блин, у этого Фридриха деньги закончились. А все, у Фридриха это деньги закончились. Тут нужно, чтобы сейчас помог третий Фридрих, но он не поможет, вы видите. Не получится. Но он должен сейчас помогать, потому что если он не поможет сейчас, они потом никак не могут. Время-то не на стороне Фридриха. Три бота. Преимущество европейцев постепенно заканчивается. Блин, блинский. Нажит начал атаковать. И он, блин, начал атаковать. Скорее всего, он будет атаковать вот этого Фридриха. Потому что у него нифига нет армий. И вообще почти ничего нет. А Азис уже вообще пофиг на все на это. Потому что мы смотрим внимательно на деньги. Тут уже более-менее арабы развиваются. Им вообще реально просто плевать. Если сейчас Фридрих III отбивается легко от атаки Нажида, ну, я не знаю, правда, будет ли атаковать Нажид именно этого Фридриха или будет атаковать первого Фридриха. Я надеюсь, что будет атаковать первого, потому что это было бы более логично, хоть и через всю карту перебегать надо, но да, было бы более логично атаковать сейчас первого. Ага, смотри-ка, да, он идет атаковать первого, но идет атаковать через Фридриха III. И как же ж Фридрих III своему собрату помогает. Это просто нереально. Он реально очень сильно помогает. Да, конечно, прибегает еще дополнительно сафаровская армия, но у Амара пока ничего нет. Я к тому, что если отобьется сейчас Фридрих, вот этот вот, ему нужно срочно атаковать Амара. И только Амара. И если он его пропушит вместе с первым Фридрихом, то да, шансы будут.
пока я шансов не вижу, пока потихонечку Эмиры задавят. У них очень много мяса. Вот это мясо просто будет приходить, умирать, приходить, умирать, приходить, умирать. У Фридриха будет заканчиваться деньги. То есть в конце концов пробьется дырка, пробьется конница, постепенно пробьется оборонка лучниковая, ну и, соответственно, никаких напрягов особо сильно не будет. Да, здесь конница стоит, конечно, понятное дело, конницу это постепенно уничтожает Манганель, но особо сильно ничего не происходит. То есть вот и все на этом пока что. У нас здесь у 216, ему еще долго копиться. А этому 184. Ну, блин, у этого тоже неплохо, на самом деле, по армии. То есть и по армии защиты более-менее неплохо. То есть, ну да, там дыра есть, но это не особо страшно. Хотя конница побежала, вот это уже страшно. Ладно, все, ребят, забудьте, о чем я говорил. Это очень страшно. Потому что сейчас, если европейских мечников быстренько в компрессии убьют, это охренительные потери по камню, если что-то что были. Это охренительные потери по деньгам, на самом деле, что-то около 500-600 золота, поверьте, это очень много. Ну и... Черт, бегут мечники? Или... Не, это напрягающие. Я думал, они побегут. Ладно, тогда напрягающие все забудут. Напрягающие особо ничего не сделают. Просто тут немножечко порубят инженеров. Что-то там порубят экономику Фридриха. Ну, особо ничего не получится. Замок закрыт. Замок Фридрих выдержал атаку. И все. Да, пока что реально все. Пока что вообще ничего особо не должно происходить. Здесь все мечники, естественно, умерли. Здесь что-то какие-то напрягающие мечники пришли, попадались в оазисе здания поуничтожать. Молодцы, поуничтожали. Естественно, для своих арабов отвоевали оазис. Тут арабы, естественно, легенько так проходятся по трибушечке. У них это получилось. Еще вполне возможно здесь пройдутся по инженеру. Помимо этого, вполне возможно, пройдутся еще не только по инженеру, еще сейчас и по три... по манганелечке пройдутся. А, конница прибежала. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Конница очень хорошо разрубила. Да, правда, одного конника немножечко застроили. Но да и ладно, это особо сильно уже не важно. Здесь европейцы особо уже не могут воевать азию, потому что тяжеловато. И, наверное, тогда что? Мне нужно начинать хранить Фридрихов, тогда, может быть, они что-то сделают с одним из эмиров? Ну... Я не знаю просто как и по-другому. 8 тысяч, здесь огромные проблемы по крестьянам. Хотя, в принципе, он нанимается, ну хоть что-то нанимает. Интересно, будет ли нападать месье Фридрих III. Интересно, будет ли нападать еще кто-либо. Потому что я смотрю на эмиров 300, 300, 200. Ну, трактористы сейчас очень-очень завидуют. Мне, не знаю, кому. Ну, неважно, может эмирам. В принципе, пока все идет к тому, что эмиры выиграют. Вот сейчас. Если до этого было преимущество, то сейчас этого преимущества не осталось от слова совсем. Потому что сейчас ножи 370 армии. 380, он ультануть решил, ребят. Это ультануть решил мужик. Ну, вообще справедливо. Он нанимался всю игру, у него всю игру были деньги. Так что он сейчас будет ультовать, ребят. 420 армии. 430. Ну, будет еще? Давай, 440. 450. Сколько? Сколько у тебя будет? Давай. Ну, он ультовать решил прям по полной, потому что тут еще и Сафар дополнительно поддержит с 350 единицами армии. А это достаточно неплохо. Если сейчас Фридрих откроется, атаканет, то будет жопа. Нельзя атаковать этому Фридриху, нельзя атаковать этому Фридриху на данный момент времени вообще никак. Нажит побежал, у него 460 армий, плюс дополнительно еще Сафар имеется. Они будут атаковать, скорее всего, Фридриха Барбароссу первого. Вот этому атаковать на данный момент времени нельзя, потому что если конница сейчас набежит на этих лучников, она их чертям собачьим сотрет. Ну, да, понятное дело, что конница пока особо сильно не гу-гу, но вы посмотрите на количество арабских мечников. Вы посмотрите, как от этого, блин, еще от напрягающих отбиваться. А еще вот эти. Ну, очень неприятно, я вам честно скажу. Здесь европейцы всех посливали, тут еще европейцы бегают, что-то пытаются в оазисах постоять. 303 армии атаки. Нифига себе, 303 армии атаки. Опал. Ну, в общем, напрягать будут Фридриха первого знатно. Две атаки уже пошли, начались. Пытается одна катапульта что-либо сделать. Уничтожается Барбакан. Скорее всего, сейчас будет уничтожена башня с одной манганелью нижняя из рогов. Нижний рог, короче, убьют. Или же левый. Арабских мечников особо сильно не смогут уничтожать, потому что реально армии здесь, ну, лучников их мало. Хотя было бы неплохо, что было бы много. Нет.
Ну, ладно, одно они, может быть, как-то всадят, но в любом случае останется небольшая дырочка, в которую просочится другая армия, которая... А, дырочка уже есть, ребята, конница раз. Не знаю, как эта конница будет или не будет, но это, скорее всего, минус 3. Смотрите, сколько будет отхода. Не, ребят, это без шансов. Просто утонуть не можете решить. Ну ладно, уже сафар все свое, но это тут. И амар. Не, ну с таким количеством конницы арабских мечников, я не знаю. Справиться можно было только если есть. Так, сегодня империя лишится императора. Да. Обидно и досадно. Я думал, все-таки смогут Фридрихи камбэкнуть. Ну ладно, тогда... Приношу в принципе, свои просто извинения, доводим эту битву до логического но завершения. Но победа всегда доставалась мне легко. Он как раз атаканул. То есть сейчас, возможно, дополнительно Нажит сможет, ну, вот эту всю армию перевести осторожненько, атакануть. Я, правда, не знаю, он будет атаковать или нет. Ну да, скорее всего, будет атаковать прямо сейчас этой армии. Ну, смысла нет просто стоять, если он будет стоять. Тут как раз у Амара появилась тоже армия, он, в принципе, может атакануть. Тут у Сафара появилась армия, он тоже может атакануть. В принципе, сейчас Нажит всеми этими мечниками подойдет. Ну, давайте мы чуть позамедлимся, потому что это быстро, скорее всего, закончится. Реально Нажит просто утонуть. Очень жестко. Прямо чисто армия, это очень удобно. Это очень удобно. Не представляете, не сказать. Хотя почему вы не представляете? Вот сейчас вот он этой армии атакует. Он ведет вторую атаку, появляется дыра, бегут в эту дырочку два набора конницы, бегут в эту дырочку все арабские мечники. Да блин, типа Нажит просто в соло убил второго Фридриха своими 400 с фигом армии. Императора. Не, реально, это ульта от Эмира. Ну, типа, это очень жестко. Он прям в соло реально закрыл двоих. Вот только что в соло закрыл двоих. То есть у нас были огромные проблемы у Сафара и Амара. Он просто берет Нажит, вот этот вот, который денег всю игру имел. Он просто берет и закрывает двух Эмиров. Эмиров, Фридрихов. Охренеть. Я была очень сильно, очень сильно. Я, конечно, надеялся, что Фридрихи, в принципе, без рва смогут сделать немножечко больше, но что-то как-то, видимо, не пошло. Рандом не сработал. Я думаю, можно будет отыскать рандом, когда Фридрихи смогут. Там просто не повезло с... как это называется? Синхронизация атак? По-другому я это назвать не могу. Надеюсь, что битва вам понравилась. С вами был Роджан. Не ленись и подпишись на канал. Ну и встречайте. Па-пау. Новый год, новый месяц, новые короли, рыцари и союзники месяца. Приветствуйте союзников месяца. Эти господа просто персички. Рыцари месяца. Без вас я как без рук. Ну и короли того года этого канала. Я благодарю всех и каждого, кто попал в этот список, привилегированные товарищи. Пока-пока. Till I sing my horn.